Мне надоело, что ты меня не слушаешь, девчонка. Мне достало, что ты считаешь меня своей собственностью, с кем хочу, с ним и встречаюсь. Это не значит, что можно встречаться с каким-нибудь мексиканским пидором. Отлично. На всю голову отмороженный бандит будет мне рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Дай-ка угадаю, Свит. Бессмысленное убийство – это хорошо, любить парня из вражеской банды – это не всему суждено случиться. А если у вас появятся дети? Лерой Эрнандес? Это даже не смешно. Его не Эрнандес зовут. Ну или Лопес тогда. Или Лопес? Расисты ебаные. Мама нас другому учила. Я не расист, я просто знаю, как они к тебе относятся. Ты посмотри на себя. Ты же выглядишь как шлюха. А, так вы оба знаете, как выглядит шлюха, да? Ты так говоришь, будто это преступление. Заткнись, Карл. Я просто пытаюсь защитить тебя. Для чего? Чтобы встречалась с одним из твоих тупых дружков? Нет уж, спасибо. Ни слова, Карл. Просто пригляди за своей сестрой, если ты не хочешь, чтобы еще и она погибла. Заодно и узнаешь причину моих бед. Она встречается с ним на какой-то автомобильной тусовке латиносов. Ты должен быть брат Свита, да? Он мне позвонил и сказал, что тебе может понадобиться тачка с гидравликой. Я перед ним в большом долгу, а эта тачка отлично подходит в качестве расплаты. На такой тачке ты задашь жару любому лоурайдеру в городе. Испробуй ее в деле. Соревнования лоурайдеров устраивают латиносы. Это их любимый спорт. Они обычно тусуются за станцией Юнити. Если ты захочешь модернизировать свою тачку, заезжай ко мне в любое время, чувак. Думаешь, ты готов? Ну посмотрим, что ты сможешь.
Я видел и похуже, но ты держался молодцом. Это было так круто! С каких это пор мой брат стал лоурайдером? С тех пор, как Сид попросил меня присмотреть за тобой и убедиться, что твое свидание не втянет тебя в неприятность. Ну да, ты напрягаешь, кореш. Ну, ты только что пожелал этим неприятности в руки. Ты же убрал свои грязные лапы от моей сестры. Ты что? Кореш, ты ведешь себя, будто она твоя женщина. Она со мной, коврон. Так что успокойся, блядь, я с ней хорошо обращаюсь. Ну, детка, ты только не начинай, ладно? Ты сделаешь только хуже. Кто этот пендеха? Что? Вообще-то этот гандон мой брат. Спокойно, братан, я его знаю, все нормально. Что-то он не похож на своего, братан. Он думает, что похож на бандита, чувак. А мне это не нравится. Так что знаешь, что можешь для меня сделать, мужик? Шел бы ты нахуй, пендеха, и может быть тогда мы успокоимся. Нет, иди-ка ты сам нахуй, я с сестрой своей разговариваю. Карл! Хосе, да ладно тебе, братан. Я сам разберусь, для меня это важно. Карл и пендеха, тебе повезло. Да, тебе повезло, что ты заступился за тебя. Вам она стучачес. Пойдемте ёбнем пиво. Пить хочу. Карл, какого черта ты творишь? Ну, слушай, детка. Иди в машину, ладно? Я хочу поговорить с Карлом. Слушай, кореш, я люблю твою сестру. Я уважаю ее. Она девушка всей моей жизни. Поэтому я и заступился, чтобы с тебя не содрали кожу. Я тебе не нравлюсь, прекрасно. Нам не обязательно быть друзьями. Но Кендалл, она со мной счастлива, Кендалл. Ага, ладно. Я думаю, мы поладим. Ну, типа того. Цезарь Виалтандо, Карл Джонсон, Си-Джей. Коврян, крутое было шоу, кореш. Может, еще раз как-нибудь соберемся и повторим? Да, возможно. Кто это? Как дела, чувак? Это я, Сизар Вильяпандо. Ты сейчас с Кендалл? Да, она здесь, Кэрол Миро. Я только хотел сказать, что ты отличный водитель и любишь тачки, ну... Да, я понял. Поработать немного денег. А Папа Римский счет в лесу? Ну я не знаю, тебе виднее. Но если хочешь заработать, заваливай ко мне, мы устраиваем гонки. Ты имеешь в виду уличные гонки? Нифига себе. Да, но только на лоурайдерских тачках. Это будут крутые гонки. Было бы неплохо, если бы ты принял участие в них. Хорошо, я согласен. Где и когда? Короче, заезжай ко мне. Я живу в районе Кайфурона. Поедем вместе на встречу. Я поручусь за тебя. Эти парни могут занервничать, увидев нового гонщика.